Капитальные ремонты в этом году проводятся на 32 объектах образования. В число счастливчиков попала и 19-я средняя школа. Капитального ремонта здание ожидало давно, и в начале июня строители приступили к работам. Обещают, график уложится, хотя карантин вводит свои коррективы в работу подрядчика. Карантин очень сильно влияет на нашу работу. Получается, почти все работники переболели, кто 3 дня, кто неделю. Это сказывается, конечно, на скорости работ. Потом по доставке материалов то же самое, заводы тоже так работают, полсилы. На данный момент на объекте работает 37 человек. Если будут возникать какие-то дополнительные потребности, будем количество людей увеличивать. На сегодня уже завершены 50% кровельных и фасадных работ. Ход строительства регулярно проверяют специалисты отдела образования, побывали на объекте и городские депутаты. Мы смотрим, как проходит ремонт, и это очень важно. И что касается этой школы, в том году, как вы знаете, деньги были с этой школы сняты, так как конкурс не состоялся, были судебные иски с обоих компаний. 3 компании, по-моему, участвовало, и поэтому мы очень расстроились, я лично расстроился очень сильно, потому что мы на самом деле из 3 капитальных ремонтов школ прошлого года сделали только в одной. Поэтому я еще раз, пользуясь случаем, хочу обратиться и к родителям. Спасибо за понимание, потому что проходят такие крупные работы, тем более, когда будут такие капитальные ремонты, есть очень много появляется вопросов, которые не запланированы. Но мы сейчас посмотрели график выполнения работ. В данном объекте все выполняется в срок, по графику. На капитальный ремонт 19-й школы выделены порядка 250 миллионов тенге. Работы должны завершиться до конца августа. Светлана Лебедева, Арман Абулхасымов, Владимир Пороховой. Новости Темиртау.